Я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня у нас полевые работы на примере оливкового дерева. Как в течение сезона вырастает поросль, которую нужно удалить вовремя. Это оливковое дерево, оно не плодоносящее, оно декоративное, здесь для декоративных целей. И мы вполне можем сейчас, в данный момент, взять и удалить вот эту поросль. Сейчас покажу, как очень просто это делается. У нас есть инструмент. Берем обычный секатор, открываем, и работа пошла. Ничего абсолютно здесь сложного нету. Немножко силы. Вот таким вот образом всю маленькую поросль, которая имеется, видите, как уже за сезон отросла, мы удаляем. Для чего мы чистим? Ну, во-первых, чтобы вся вода, все соки все-таки шли наверх дереву, на его красоту, туда вверх. Это один момент. И для красоты, для эстетического удовольствия, когда сверху у нас все чистенько, ствол голенький, и там наверху крона подстрижена зонтиком, все аккуратно. Если вот такие процедуры не проводить, то со временем могут пойти и муравьи, тля, какие-то еще болезни. Видите, какие-то сухие, сушеные, это все лучше убрать. Мы закончили обрабатывать наше дерево, и вот посмотрите, какое оно чистое, красивое, аккуратное, видно весь ствол. По желанию его можно и звездкой продезинфицировать еще. Кто-то так делает, но я, в принципе, смотрю, что никаких болезней на стволе, на самом нету, нет особой необходимости. И я еще применила вот такие вот, вот такой инструмент для толстых сучков. И пришлось еще воспользоваться пилой обыкновенной, потому что там были достаточно толстые сучки. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!